Рев мотора, головокружительные прыжки на двух колесах, гонка по пересеченной местности – все это мотокросс. Трассу штурмуют воспитанники секции мотоциклетного спорта Дома юных техников «Интеграл». Фаворит гонки – чемпион Московской области по мотокроссу Вадим Бурдаков. Испытываю адреналин, бурные эмоции. Также мне нравится борьба в этом виде спорта. О другой борьбе, борьбе добра со злом, в этот июльский день рассказали ребятам на патриотическом уроке, которому и посвящен мотозабег. Речь идет о подвиге 12-й заставы московского погранотряда, на которую ровно 30 лет назад напала таджико-афганская бандгруппа. В 4 часа утра группировка в составе более 250 боевиков из Таджикистана напали на погранотряд из 48 человек. 11 часов пограничники отражали атаки тяжело вооруженных боевиков. Вот кадры, снятые сразу после того, как выжившие бойцы встретились с группой, которая пришла на подмогу. Оставшиеся в живых находятся перед вами. Заместитель начальника заставы лейтенант Мерзликин. Лейтенанту Мерзликину и еще пятерым его боевым товарищам впоследствии были присвоены звания Героев России. Четверым посмертно. Я считаю, что они герои, немногие люди на такое способны вообще. Я думаю, что наше поколение тоже смогут совершать такие же подвиги, как и те ребята. Организаторы мероприятия говорят, что такие показательные спортивные соревнования будут проходить регулярно. В Доме юного техника «Интеграл» существуют еще и автомобильная и водно-моторная секции. Их воспитанники также будут посещать уроки мужества. Владислав Грачев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.